Сегодня день рождения, будет 16 лет. Мы его сильно как таково отмечать не будем. Ну, сделаю детям желе. У меня еще старшие, еще младшие любят желе. Да, и сестры с племянниками придут. Поздравить Ванюшку. Сейчас Ваня приедет с техникума. Надо, чтобы он посидел с Илюшей. А мы с Тёмой съездим в больницу. Нам надо последнего врача пойти. Нас переводят в логопедическую группу. Но пока Ваня едет, я делаю желе. Вот, я покупала желе такое. Вот, я уже вишню сделала. Сделала апельсин. Теперь еще буду делать персик и черника. Вот, я разливаю по таким стаканчикам желе. Надо 400 миллиграмм воды на пачку желе. Это все хорошо размешать, разлить в стаканчики,
подождать, чтобы оно немножко остыло, и в холодильник буквально на полчаса, и все застынет. На подарок Ване я взяла вот такой вот кубик. Он у меня очень любит всякие кубики. Видите, какие они разные есть. Но такого у него еще нету. Он очень любит собирать вот эти вот кубики, рубики все. Всякие. Еще он хочет 2 на 2. Но я пока не взяла. А это вот такое. Такая необычная форма. Вот так вот он как-то крутится. Ну вот, будет ему такой подарочек. Кубик. И еще конвертик с денежкой. Положим мы ему туда 1000 рублей. Конечно, это немного. Ну, сходить в кафе, с друзьями посидеть, покушать мороженое, там выпить какого-то лимонада, им хватит вполне. Он нам вообще сказал: мама, не надо мне ничего дарить, не надо праздновать, потому что денег нет, дети болеют, все уходит на больницу. Ну а как мы, родители, можем что-то не подарить ребенку? Вот скажите, как? Лично я не могу. И с Тёмой сейчас поедем в больницу, зайдем в магазин, купим тортик. И сядем, попьем тортик с чайком, детки покушают желе, конфет. Там есть немножко конфеток осталось. Поставлю на стол, может, печенюшку какую-то возьму. Ну, будет такой вот у нас скромный день рождения. А сейчас мы просто делаем пока не желе. И фонтан выключили. А, включили. У нас сегодня включили вот такой фонтан. Его, видно, еще вчера включили на праздник. А сегодня второй день праздника? Ну да. Ждем наших детишек с танцев. Купили торт. Купили тортик. Гости, голуби пришли уже. Просят тортика, не дам я вам тортик. Мы тоже бы не против попробовать, да, но... Сейчас я вам покажу. Торт фирмы Лучано. Танюш, поможешь? Я не могу одной рукой открыть. А что тебе поможет? Открыть. Есть, уже можно начинать, есть? Да? Нет. Вот такой. Вот такой тортик у нас будет. Ой. На вечер. А как называется? Я не помню, как называется. Торт. Торт. Вкусный. Точно. Торт. Вкусный торт. Фирма Лучановская вообще супер. Мне нравится. И наш фонтан. Наш личный, да, Танюш? Да. Все для нас. Для нас красивых. Подожди. Загадуй желание, Вань. Так, Ваня, ты не Ваня, ты Илюня. Ваня, вот. Загадал? Дуй. С днем рождения! С днем рождения! Ну, улыбнись, Ляся. Серьезно такой? Сейчас я зажгу и за... Все по очереди будут задувать, да, Илюня? Да, я задую. На ложечку. Наше желе. Синего уже нету. Уже семья трамбанула синее желе. Да. Да, вкусно, наминали. Вот, порезали тортик. Сейчас будем пить чай. Кому чай, кому какао, кому кофе. Не? Какао, какао с Америки. Не? Какао, да? Да, американское какао. Да, буду пробовать. Вот тебе мой маленький, я кушаю. Сам. Нормально, да, так вкусненько, да? Да. Дети все любят жидушку. Благодарю, Ванечек. Спасибо большое. Ой, Ваня обслужил тетю. Да, кому день рождения? Ты видала, у нас шар еще до сих пор висит. Ага. Уже сколько? Месяц, наверное, как бы не больше. Что там? Шо? Я кушаю, показывает. А, ты ешь, да? Пишу. Покажи, как ты кушаешь. Да, так, конечно, ты наесться.
И как вкусно? Ням-ням-ням, скажи, Илюш. Вкусно? Ням-ням-ням. Тогда да, так распробую, попробую. Похоже не на шо. Что ты хочешь? Что я не пойму? Надо запомнить, как называется. Вот это? А я бумажку, наверное, выкинула. Карамелька или карамельный, что-то с карамелькой. Именинник ушел, а мы празднуем, да? Сейчас я тебе даю воды, Тём. Именинник, идите сюда. Ой, Тимур зовет именинника. Дети сюда, дети сюда. Дети сюда. И самый главный у нас... Илюш. О, не видно его. Ура! Ура! Да? Мальчишки оттанцевали и бегом, да, восполнять энергию, силу, которую потратили на танцы. Набирать калории, да? Мама, вот я нашу.